Корпорация Тяньши основана в 1995 году господином Ли Цзиньюанем в китайском городе Тяньцзинь. Это транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве пищевых биодобавок, международной розничной торговле, туристическом бизнесе, финансовых операциях, инвестиционной деятельности, а также предоставлении услуг в сфере образования. Опираясь на высокие научные технологии в области биологии и медицины, используя бесценный опыт и традиции народов Китая, корпорация Тяньши разработала и выпустила на международный рынок целые серии высококачественной оздоровительной продукции – БАДы, косметические средства, оздоровительные приборы и средства для ухода за домом. Тяньши создана новая модель бизнеса, новые теории, новые концепции. Корпорация производит продукцию высокого качества, которая успешно реализуется в Китае и во всем мире. В целях обеспечения высокого качества продукции корпорация Тяньши вкладывает огромные средства на приобретение самого современного лабораторного оборудования, автоматизированных производственных линий и технологий в Германии, США, Италии и Англии. Процесс производства, тестирования и контроль качества продукции полностью соответствуют самым строгим международным стандартам качества. Корпорация Тяньши имеет сертификат ISO 9001 Международной системы контроля качества. Часть продукции прошла экспертизу Американской системы контроля качества FDA. Продукция Тяньши имеет много наград и почетных дипломов. Оздоровительная продукция Тяньши считается лучшей оздоровительной продукцией Китая и пользуется популярностью у 16 миллионов потребителей всего мира. Продукция Тяньши реализуется через сетевые магазины и супермаркеты. Бизнес Тяньши развивается стремительными темпами и широко распространяется не только по всему Китаю, но и миру. Выбор бизнеса, связанного со здоровьем, — это проявление нашего уважения к жизни. Лишь при наличии системы управления международного уровня можно приобрести на рынке лидирующие позиции. Продвинутая система логистики обеспечивает связь компании Тяньши с международным рынком. У Тяньши развитая профессиональная система обучения. Специалисты разных национальностей работают в 6 основных регионах, связь между которыми поддерживается с помощью единой международной информационной системы. Благодаря высоким информационным технологиям, тяньшисты разных континентов имеют возможность взаимодействовать так, словно они находятся в одном офисе или ведут переговоры за одним столом. Корпорации Тяньши присуща высокая гражданская и социальная ответственность. Она всегда исполняет свои обязательства, постоянно осуществляет благотворительную деятельность, принимая участие в благотворительных акциях и инвестируя в образование.
Корпорация инвестировала в строительство 40 школ в Китае, а также выделила 600 миллионов китайских юаней на строительство университета Тяньши. На настоящий момент Тяньши вложила в социальную благотворительность более 1400 миллионов юаней. Развитие образования является моей давней мечтой. Тяньши – корпорация мирового масштаба. На сегодняшний день ее бизнес развивается более чем в 190 странах и регионах. Более 12 миллионов семей используют ее продукцию. Имеется более 50 тысяч магазинов и складов. Мир все больше узнает Тяньши. За выдающийся вклад в развитие социальной благотворительности и как один из выдающихся предпринимателей Китая господин Ли Цзинюань неоднократно был сердечно принят руководителями Компартии и государства, многими высшими должностными лицами и главами иностранных государств. Достижением и мировому размаху сети корпораций Тяньши дана высокая оценка на международном уровне. Ежегодно корпорация проводит международные конференции, на которых собираются и делятся опытом тяньшисты разных национальностей, говорящие на разных языках. В 2000 году в России была проведена первая международная конференция корпораций Тяньши, в которой приняли участие более 127 министров и высших должностных лиц России, а также посол КНР в России господин Ютао. Высокий уровень организации, добрососедские отношения между народами России и Китая – наглядный факт в развитии внешней торговой политики России. Каждая конференция обязательно начинается с поднятия государственного флага КНР и пения национального гимна. Все это отражение патриотизма и искренней любви Тяньши к родине. За годы своего существования корпорация завоевала свою нишу на мировом рынке. Уникальная модель управления в сфере международного маркетинга, включающая сферу человеческих ресурсов, систему коммуникации, логистику, образование, туризм, капитал, универсальную кредитную карту и систему страхования, проложила путь для многих китайских компаний и позволила им также выйти на международную арену. Корпорация, опираясь на теории взаимной мотивации шести сетей, новой замены, а также теорию сетевого супермаркета, прокладывает свой путь в мировом бизнесе. Предприятия 27 стран предоставляют Тяньши самую современную продукцию.
американская фармацевтическая компания Pfizer, французская компания L'Oréal, японская Shiseido, тайваньский холдинг Taisu и многие другие компании с мировым именем установили долгосрочные стратегические партнерские отношения с Тяньши на основе OEM – Original Equipment Manufacturer. Корпорация Тяньши стремительно развивается и прокладывает дорогу к успеху для тех, кто стремится максимально проявить себя в жизни. Тяньшиста доносит китайскую культуру оздоровления до каждого уголка нашей планеты, делится со всеми народами мира достижениями китайской народной медицины. Вчерашняя мечта осуществилась и стала нашей сегодняшней блестящей победой. Корпорация Тяньши – лев, парящий над планетой. Корпорация Тяньши в самом ближайшем будущем войдет в 500 крупнейших корпораций мира. –